Павел, вот уже Сана руку поднял, он за спиной Ширла. Ну и вот Сана, вот видите, я вижу со стороны, и должен был Погребняк сейчас сопровождать. Именно он прыгал вот на этот мяч. Как-то небрежно отнесся Павел. Даже не знаю. Вот смотрите, он смотрит, а Сана-то уже играет в мяч. Вальбуйна. Техничен, как на грудь поймал мяч. Аршавин не прав, штрафной. Сейчас Вальбуйна отдадут мяч. Опять не хватает внимания. Опасный момент. Это Ньянг уже выскакивает на мяч. Ну что за растерянность? Тот же Аршавин. Он же видел, что Вальбуйна сейчас побежал. Даже нет, это Тайво. Вот смотрите, это Тайво подключается. Ну как вот сейчас пропустить? И Ширл в полупозиции был, и Аршавин не побежал. Файзулин. Угла штрафной. Паш штрафную, Погребняк. Удар! Неожиданно, без подготовки сейчас Андрей Аршавин пробивал. Вальбуйна пытался перевести мяч головой. Янг нарушил правила. Надо бить! Уже была возможность для удара. Аршавин. Бежать, потому что некуда отбивать ему. Да, пусть бьет за боковую линию. Правильно. Насри. Вальбуйна. Бонар подключается справа. Паш штрафную. Тимощук. Ох, как опасно. Удар. Малафеев. Браво, Малафеев. Да, вот она, стенка. Замечательный этот элемент технический. И как его выполнили сейчас. Казалось, три было, да, зенитовцы? Только Малафеев ногой сейчас отбил мяч. Поймал, успел среагировать. Здорово играет французы. Штрафной. Вальбуйна, Насри. Зырянов, Аршавин. Погребняк. Здорово, Зырянов. Погребняк. Попал Зырянов, защитник. Аршавин, подача на правый фланг. Оказалось, руками сыграл. Нет, грудью. Погребняк. Аршавин, пас. До Зырянова. Погребняк, надо бить. Долго готовился. Зырянов. Вальбуйна. Тимощук. Ширл. Инициатива у «Зенита». Надо атаковать. Зырянов. И уже Погребняк. Мяч прокатывается возле его ноги. А до ворот-то метра три. Но все равно молодцы. Нагнетает. «Зенит» нагнетает. Это очень трудно, но идет вперед. Посмотрите, сейчас Зырянов здорово выпрыгивает. И он делает передачу. И Погребняк, ну, чуть-чуть не хватило. Еще раз. Это разыгранная комбинация. Молодец Зырянов в этом эпизоде. Видите, как все меняется. Хватает одного игрока в обороне. Аршавин ошибается. Опять Вальбуйна руку поднимает. Ну, а где полузащитник, который должен играть? Вальбуйна с мячом. И мяч летит за пределы поля. Нельзя давать принимать вот так свободно действовать в штрафной. Зырянов. Аршавин. Вне игры нет, Анюков. Пас вдоль ворот, но здесь Манданда. Кто убежал, надо было воспользоваться этим. Почему Тимощук торопился? Потому что зона-то свободная центрального защитника. Надо скорее туда мяч переводить. Аршавин. Зырянов. Вне игры нет. Ну, Павел. И мяч летает в ворота. 1-0. Правой ногой Павел Погребняк. Вы знаете, он готовился, сосредоточился, не торопился. Ну и, конечно, Аршавин. Вот сейчас Аршавин, правда, опять Криженцу выговаривает. И вот посмотрите. Аршавин на Зырянов, и Зырянов исправился. Будем считать, что исправился. Помните, какой у него момент был, он не забил. Но дал сыграть партнера. Вот Аршавин
И вне игры нет. Вот как четко английский арбитр с флажком бежит по этой линии мяча. Офсайда нет. И счет 1-0. Пас на левый фланг. Погребняк показал, что Погребняк и... Удар Погребняка попал в своего. Ну что ж, Константин Зырянов, великолепный пас. Помните, сам не забил, а здесь выдержал паузу Погребняк. И так аккуратно. Хотя Мандада задел все-таки мяч руками, да? Голкипер задел мяч. Видите, немножко коснулся, но не изменил мяч направления полета. И 1-0 впереди «Зенит». Широков. Вальбуйна с мячом. Пас Сесе. Выход 1-1. Удар! Аплодисменты Малафееву. Но как Сесе открывается. Какой пас великолепный. Вальбуйна выдает. Но Малафеев, Вячеслав Малафеев. Второй раз уже сегодня. Смотрите. Ну, конечно, Сесе не лучшим образом пробил. Все-таки пробил то место, где был Малафеев. Ну а вот так был забит мяч. Павел Погребняк, получив мяч от Константина Зырянова, точно посылает мяч в сетку. И счет 1-0 после первого тайма. И еще раз, смотрите. Два раза Павел Погребняк посмотрел, где ворота, где вратарь. То есть уже действовал наверняка. Аршавин отдал Зырянову, Зырянов еще дальше Погребняку. Вот, смотрите, Аршавин отбрасывает мяч Зырянову и Погребняк. Ну вот со всех точек сейчас. Насладитесь этим голом. Такой важный этот мяч. По сумме двух матчей 3-2 впереди Марсель. Но еще впереди целый тайм. Убивать, атаковать. Ну, Ширл хорошо сейчас сыграл. Тимощук. Ширл. Зырянов. Файзулин просит мяч. Получает. Вошел в штрафную. Удар от ворот. Нужен гол. Просит трибуны. Паш в штрафную. Погребняк. Нет, оттеснил его Тайва. Анюков. Поторопился, мог раньше сыграть, вернее, подождать, наоборот, надо было. Подача Аршавина. Широков сыграл на опережение. Аршавин, можно подавать. Подача. Тимощук, надо бить. Правильно, надо бить, наконец-то, удар. Первый, кажется, удар в этом втором тайме. Покаиваться-то нельзя, 62 минуты. Марсель, это этот размеренный темп. Больше надо. Ян с мячом. Удар, это Насри уже пробивал. Янг. Шейру, как одним касанием. Насри. Янг. Ох, какой удар! Какой опасный удар, а? И прыгнул за мячом Малафеев, но прыгнул в догонку уже. Еще раз, смотрите, без подготовки, да, уже в догонку прыгнул. Но неожиданно, неожиданно. Почувствовал, подыграл себе, вот тот точный пас на коротке и просит мяч уже Тыке. Аршавин. Не поняли стыке, как-то не туда побежал сейчас. Мячом получил Вальбуина, бывает. Зырянов. Тыке. Где Тыке? Пас Тыке. Тыке в штрафной. Погребняк, выход 1-1. Удар, гол! Потих Тыке. Павел Погребняк.
действия, вернее, два действия по тихо-тыке. Еще раз смотрите. И как он одним касанием ставит по гребнику. И Павел-то какой, как гроссмейстер, знаете, спокойно Зырянов отдает. И погребняк забивает такой важный, такой нужный гол 2-0. И еще 12 минут страшных переживаний. 2-0 впереди «Зенит». Но нужный гол забит. Замена вовремя. Анюхов с мячом. Криженац. Сесе с мячом. Пас вдоль ворот. Широков отбивал. Не очень удачно отбивал. Но здесь поменьше паники. Можно было этот мяч уже Широкову остановить. Вот он еще раз. Смотрите. Теперь уже левый любимый. 39 и 78 как равномерно. Два мяча погребника. Зырянов. Аршавин. И удар Аршавина. Зырянов с мячом. И опять Зырянов. Есть еще шила? Нет, Костя, держи мяч. Держи, не отдавай. Подожди, подожди. Вот мой навес. Но Сесе один. Сана. Сесе. Мяч попал Широкова. Угловой удар. Радек Ширу. Ну, надо идти, если есть силы, Радек. Иди сам, попробуй. Ты можешь. Не получилось. Ну, не надо, отыграл. Аршавин. Он уже делает попытку. Пас на правый фланг. Здесь Зырянов. И удар в дальний угол. Нет, повыше. 89-я минута матча. 2-0 «Зенит» впереди. Криженац отбил. Бами. Надо отбить. Отбили, слава богу. Кальцев на широком отбивал. Тимощук. Аршавин не в офсайде. Надо, вошел в штрафную. Протолкнет или нет? Пас вдоль ворот. Притормозили. Ну, не верили, наверное, в то, что может Аршавин сейчас продраться. Как важно перевести сейчас. Перевести игру в чужую штрафную. Всегда атака лучшая форма обороны. Аршавин. Тыке просит мяч. Пас тыке. Нет, угловой. Угловой. Но время работает на «Зенит». Тимощук должен сыграть. Нет, опаздывает. Криженец. Молодец. Вне игры у тыке нет. Выход один на один. Забивай, забивай. Потих тыке. Назад, назад.